Если вы возьмете эту ноту, начните с исполнения чистой ноты и перейдем к разделенному тону. Опускаете нижнюю губу, струю воздуха направляете чуть выше, опора звуку чуть больше, и вы получаете вот такое эффектное звучание. Вы можете исполнять так любые ноты. Можно ноту соль, к примеру. Сирена. Вторая моя идея, подобно сирене, вместо хроматических и диатонических шагов.